Друзья, всем привет, с вами снова Дмитрий Медведев, школа ювелиров J-Design Pro, давно не виделись. И сегодня, как и обещал, сделаем вот такое вот колечко, яичко с орнаментом по всей поверхности. Это может быть подвеска, серьга или просто часть какой-то ювелирной композиции. В общем, я думаю, будет интересно, познавательно, вы знаете, что делать. Погнали! В одном из своих видео я уже подробно рассказывал о том, как наносить объекты на выпуклую поверхность с минимальным искажением, и для этого мы использовали инструменты Flow Long Surface и Splop. Тут, кстати, есть хороший пример с орнаментом на полусфере, ссылки все найдете в описании к этому видео, но, к сожалению, в данном случае такая штука уже не прокатит, потому что, ну, во-первых, орнамент заполняет всю поверхность без разрывов, ну, а во-вторых, потому что это все-таки яйцо, и если мы будем вытягивать сферу в это яйцо, у нас будут искажаться толщины на этом орнаменте и могут быть проблемы с литьем. Так что задача у нас будет следующая. Во-первых, создать орнамент, который заполнял бы полностью замкнутую поверхность. А во-вторых, сделать так, чтобы толщины были везде одинаковые. И для решения этой задачи нам потребуются выпуклые многогранники. Это такие объемные фигуры, которые состоят из плоских граней. И если все эти грани одинаковые и являются правильными многоугольниками, то такие многогранники называются тоже правильными. Они также известны как платоновые тела. В природе существует всего 5 правильных многогранников. Это тетраэдр, куб или гексаэдр, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Эти многогранники представляют собой различные варианты усечения сферы, и в них есть одна очень замечательная особенность – это пространственная симметрия. То есть если разместить орнамент на какой-нибудь из граней этого объекта и размножить его на остальные грани, то мы получим абсолютно одинаковый орнамент по всей поверхности. Но поскольку таких правильных многогранников в природе всего 5, то максимум, на что мы можем рассчитывать, это на 20 граней, то есть это икосаэдр. Но, к сожалению, такого количества граней может не хватить для того, чтобы заполнить плотненько орнамент на сфере. К счастью, помимо правильных многогранников, в природе существует еще и 13 архимедовых тел или полуправильных многогранников. В них все грани также являются правильными многоугольниками, но только разного типа. Пожалуй, самый известный такой правильный многогранник – это футбольный мяч, ну или другими словами, усеченный икосаэдр. Он состоит из 12 правильных пятиугольников и 20 правильных шестиугольников. Кстати, обратите внимание, что все пятиугольники располагаются в вершинах икосаэдра. Также, если разбивать икосаэдр на треугольники и группировать их в кластеры, то мы будем получать различные варианты этого усеченного икосаэдра с большим количеством граней. Надо сказать, что, конечно же, различных видов выпуклых многогранников огромное количество. Но где же их взять? На самом деле в интернете можно легко найти развертки этих тел и сделать их самостоятельно в любой 3D-программе. Это очень увлекательное занятие и хорошо подходит для практики работы в трехмерном пространстве. Ну а для ленивых, для Rhinoceros есть хороший плагин, который называется Polyhedra. Он бесплатный, его можно скачать на сайте Food for Rhino, я также ссылочку приложу в описании. И он содержит огромное количество правильных, полуправильных и вообще любых многогранников, которые вы только можете себе представить. Итак, нам нужно будет сделать вот такой вот орнамент. Как видите, он состоит из звездочек, которые располагаются на каждой грани вытянутого многогранника. И если бы это была сфера, то можно было просто нарисовать звездочку на каждой грани этого многогранника и размножить вокруг центральной оси. Но поскольку форма у нас вытянута и нужно сохранять толщины всех элементов орнамента, то хотите вы или нет, то придется использовать параметрическое моделирование с использованием построения на каждой грани. И для этого в Rhinoceros есть замечательный инструмент Grasshopper, которым мы и воспользуемся. Но для начала давайте загрузим в программу выпуклый многогранник. После того, как вы установите плагин Polyhedra, у вас в командной строке появится специальная команда. Напишите Polyhedron, и здесь вы сможете выбрать нужный вам выпуклый многогранник. Выберите в категориях Dual Geodesic Icosahedra, и здесь можно будет выбрать тот выпуклый многогранник, с которым нам предстоит работать. Пусть это будет, к примеру, вот этот вот второй многогранник. Нажимаем ОК. Теперь нужно задать точку, относительно которой будет строиться этот многогранник. Укажите в командной строке 0, нажмите Enter и задайте ему радиус. Пусть это будет, к примеру, 10 мм. Многогранник установится в центр координат. Как видите, у нас грани состоят из пятиугольников и шестиугольников, поэтому потренируемся пока создавать параметрические звездочки на этих фигурах. Я временно спрячу наш многогранник и нарисую шестиугольники и пятиугольники. Для этого воспользуемся инструментом создания многоугольников. Заходим сюда, нажимаем полигон, выбираем какой-нибудь центр где-нибудь в сторонке от 0 и задаем размер любой, какой захотим. Я держу Shift, чтобы выровнять фигуру по осям. И нарисуем также пятиугольник. Чтобы нарисовать пятиугольник, в командной строке переключаем нам Sides на 5. И также задаем пятиугольник. Готово.
Теперь, чтобы создать такие звездочки на каждой грани, логика у нас будет следующая. Мы возьмем точки в вершинах каждого полигона, уменьшим их масштабированием относительно центров и проведем полилинию через эти точки и середины сторон каждого полигона. В итоге получится набор полилиний, которым нужно будет просто придать толщину. Итак, давайте теперь откроем Grasshopper и первым делом загрузим в Grasshopper вот эти кривые. Для этого я их выделяю. В Grasshopper по вкладке Params выбираю ноду Curve, перетаскиваю в рабочее поле, нажимаю правой клавишей мышки и выбираю Set Multiple Curves. Нода стала серой, это значит, что объекты загружены в Grasshopper. Теперь идем во вкладку с кривыми и выбираем там ноду, которая разрывает полилинию на части. Вот она. Вставляем ее также сюда и подключаем во вход кривых. В итоге у нас получится несколько сегментов, которые принадлежат отдельно каждому полигону. Теперь найдем точки на концах каждого сегмента. Для этого используем ноду Endpoints, вставляем ее сюда и подключаем сегменты к кривой. У нас на выходе будут точки в начале сегментов и в конце сегментов. Их-то и нужно отмасштабировать относительно центра каждого полигона. А чтобы найти центр каждого полигона, мы используем ноду, которая рисует окружности через набор точек. Вот она. Подключаем сюда начальные или конечные точки, и в итоге получаются окружности. Окружность — это очень классный инструмент для моделирования, потому что с помощью него мы можем задавать и плоскость, и нормаль к этой плоскости, и масштаб. И также окружность выдает нам центр, относительно которого мы будем масштабировать все эти точки. То есть мы теперь можем перейти во вкладку трансформаций, взять масштабирование, подключить сюда точки во вход в геометрии, а в центр подключить окружность. А чтобы задать фактор масштабирования, просто два раза кликнем в рабочем поле, и поскольку масштабирование у нас будет стягивать все эти точки к центру, то масштаб должен быть меньше единицы. Напишем 0,9, поставим несколько нолей, чтобы задать точность масштабирования, нажмем Enter, и у нас получится слайдер, который нужно подключить вот сюда вот фактор. Так мы сможем задать масштаб этих точек. Чтобы найти точки на серединах сторон этого полигона, вернемся во вкладку кривых и возьмем ноду, которая рисует точку на кривой. По умолчанию она уже будет находиться в середине каждого сегмента. Нам нужно будет просто их подключить сюда, и у нас появятся точки. Теперь, чтобы не запутаться, лучше эти все точки собрать в одну кучку. Для этого перейдем во вкладку параметр и возьмем контейнер для точек. Вот он. Поставим его на рабочее поле и подключим сюда наши точки. Эти, и держа Shift, точки из геометрии. Так у нас все точки будут находиться в одном контейнере, и мы дальше будем через них рисовать полилинию. Но чтобы полилиния нарисовалась правильно, нужно определить порядок этих точек, то есть последовательность их соединения. И для этого нам поможет нода, которая отсортирует эти точки по направлению, то есть по окружности, которая у нас уже здесь задана. Для этого перейдем во вкладку «Вектор». В группе точек есть нода, которая их сортирует относительно кривой. Вот она. Вставляем в рабочее поле, подключаем сюда точки, а в качестве кривой вставляем окружность. Визуально ничего не произойдет, но точки будут отсортированы в нужном порядке. Теперь можно перейти во вкладку «Кривые», взять ноду, которая рисует полилинию, и подключить сюда отсортированные точки. У нас получатся вот такие незаконченные звездочки, потому что в параметр «Closed» стоит «False». Нажимаем правой клавишей мышки на «Closed», и set boolean ставим true. У нас получается замкнутая кривая. Теперь мы можем масштабом редактировать форму этих звездочек. Теперь возьмем ноду, которая создает отступ от кривой. Вот она. Подключим сюда наши полилинии. И у нас получится отступ. Но отступ только наружу. А нам нужен отступ в обе стороны. Поэтому снова возьмем эту же ноду. Подключим сюда наши полилинии. И в distance правой клавишей мышки в значении expression напишем минус x. Так значение отступа будет выворачиваться наизнанку, и отступ будет уже вовнутрь. Для того, чтобы задать расстояние, также два раза кликнем в рабочем поле и напишем 0, 2 и несколько нолей. Подключим значение distance и сможем редактировать отступ. Теперь во вкладке surface возьмем ноду, которая создает плоскость, Boundary Surfaces, и подключим сюда наши кривые. Эти, и с шифтом вот эти. Получится плоскость,
И, казалось бы, уже все хорошо, и можно этот алгоритм переносить на наш выпуклый многогранник. Но, забегая вперед, сразу скажу, что при вытягивании этого многогранника наши плоскости будут немножко искажаться. А если это будет происходить, то такие плоские поверхности у нас уже не получится. Это легко проверить, если включить контрольные точки у наших многоугольников и изменить их расположение относительно оси X. То есть точки теперь не лежат в одной плоскости, но, естественно, алгоритм нарушается. И нужно сделать так, чтобы все точки полилинии все-таки находились на одной плоскости. Для этого зайдем во вкладку «Вектор» и выберем ноду, которая притягивает все точки к какой-то плоскости. Теперь все точки, которые у нас были отсортированы, мы подключим вот сюда во вход точки. А в качестве плоскости мы зададим ту же самую окружность, которую мы рисовали в самом начале, и она же нам определит плоскость. Эти точки мы переподключим вот сюда, во вход полилиний, и у нас теперь алгоритм будет создавать плоскость независимо от того, в каком положении находятся точки наших полигонов. Итак, теперь у нас все готово для того, чтобы перенести эти звездочки на грани нашего выпуклого многогранника. И я могу уже спокойно удалить наши кривые заготовки, достанем наш многогранник, вот он, и также загрузим его в Grasshopper. Для этого перейдем во вкладку параметров и выберем здесь ноду, которая содержит в себе геометрию. Вот она. Подключим сюда все плоскости, поскольку этот многогранник состоит из отдельных объектов, нужно правой клавишей мышки нажать на ноду с геометрией и выбрать Set Multiple Geometries. Таким образом, они все загрузятся в эту ноду. И чтобы получить линии и сегменты каждой грани, нужно зайти во вкладку поверхности, Surfaces, и взять вот эту ноду, Bitmap Edges. Берем ее, подключаем наш многогранник, и на выходе Naked будут как раз наши линии. Вот теперь все сегменты, которые выходят из этой ноды, их нужно переподключить вот сюда вот в Naked. Для этого я зажимаю Ctrl-Shift, и из выхода вот эти входы переключаю вот сюда в Naked. Все, теперь все звездочки расположились по граням, и чтобы посмотреть на это в более адекватном виде, нужно все лишние объекты спрятать. Ну, во-первых, я спрячу наш многогранник, он уже не нужен, поскольку он загружен в Grasshopper. И также я спрячу все лишние объекты вот таким вот образом. Выберем все ноды и нажмем Ctrl-Q, оставив только ноду с поверхностями. Вот она. Теперь выберем последнюю ноду с поверхностями и отредактируем отступ так, чтобы он был адекватного размера. Вот как так. Как видите, звездочки сейчас пересекаются друг с другом, и они пересекаются достаточно сильно. Если вы хотите вот это пересечение немножко уменьшить, то есть раздвинуть звездочки друг от друга, то нужно уменьшить их масштаб. Для этого полилинию, которая задает отступы, нужно немножко отмасштабировать относительно центра нашей окружности. Также идем в трансформации, берем масштабирование. Геометрия — это вот эта наша полилиния, а центр трансформации будут вот эти окружности. Задаем фактор, пусть это будет тоже 0,95, подключим сюда. И вот эта геометрия уже будет являться нашими кривыми, от которых мы будем делать отступы. Теперь, изменяя этот фактор, мы можем редактировать степень пересечения этих звездочек друг с другом. Теперь нужно будет придать толщину нашим звездочкам. Для этого переходим во вкладку Surfaces и находим здесь ноду, которая выдавливает эти поверхности. Для того, чтобы их выдавить, нужно подключить поверхности во вход Base, а во вход Direction нужно отправить вектор заданной длины. Для этого переходим во вкладку Вектор, выбираем здесь ноду Амплитуда, подключаем вот сюда. В качестве вектора мы будем использовать ту же самую окружность, поскольку из окружности Grasshopper будет вытаскивать вектор перпендикулярный этой окружности, а амплитуда будет задавать значение этого вектора. Так мы можем тоже два раза кликнуть в рабочем поле и задать значение, допустим, 2,2 мм. Теперь у нас будут все поверхности выдавливаться на значение 2,2 мм, но если посмотреть, то они все будут выдавливаться в разные стороны. Кто-то наружу, кто-то вовнутрь, потому что все окружности тоже имеют разное направление вектора. И чтобы все их привести к общему знаменателю, нужно сдвинуть все эти объекты по тому же направлению вектора, но только в обратную сторону. Для этого я захожу в трансформации, беру ноду трансформации, перемещения, геометрию, которая у нас получилась, подключаю сюда, а в значении Motion нужно дописать небольшое уравнение. Я нажимаю правой клавишей мышки на Motion, и здесь в Expression пишем минус X, то есть отрицательное значение, разделенное на 2. Нажимаем Commit Changes,
и подключаем вот сюда вектора. Теперь, поскольку предыдущие значения и текущие перемешались вместе, они отображаются у нас на экране, нужно предыдущие спрятать, также Ctrl-Q, чтобы видеть, что у нас на самом деле получилось. Вот такая вот форма. Отредактируем толщину. Ну и чтобы получить сферическую форму, нужно объединить все эти тела и обрезать сферы снаружи и изнутри. Но это уже лучше делать инструментами Rhinoceros, поскольку они просто быстрее работают. Но мы на этом не остановимся, нам же нужно сделать яйцеобразную форму, поэтому мы применим сюда еще и трансформацию, которая превратит нашу сферу в яйцо. Это трансформация Taper, сужение. Возьмем ее, поставим в рабочее поле, и на вход в геометрию нам нужно будет подать те объекты, которые будут формировать наши звездочки. К ним вернемся чуть позже, а пока посмотрим, что такое Axis. Axis — это ось, вдоль которой будет происходить трансформация, и она будет проходить через все тело. То есть она должна быть такого же размера, как и наша окружность. Для того, чтобы получить эту ось, нам нужно зайти во вкладку «Вектор», взять здесь ноду, которая формирует точку, и зададим координату этой точки по Z значением чуть больше, чем радиус этой сферы. Это примерно 15. Напишем 15 и подключим в Z. Также нам нужна будет вторая точка, которая также будет создана такой же нодой, но только с отрицательным значением. Для этого правой клавишей мышки кликаем на Z-coordinate и ставим expression минус x. Таким образом сюда будет подаваться отрицательное значение. Вот так вот соединяем. У нас есть две точки, верхняя и нижняя. Между верхней и нижней точками нужно нарисовать кривую. Заходим в кривые и рисуем палочку. Начало — это нижняя точка, старт, а конец — это верхняя точка, end. И вот эта линия подключается в axis. Старт — это масштаб в начале, это будет единица, а end — это масштаб в конце, это будет значение меньше единицы, 0,98. И еще нолик добавим. Подключим старт — единицу, конец — 0,98. И теперь нужно определиться, какие объекты мы будем искажать. Если мы, например, подключим сюда нашу геометрию, которая выходит после всех наших трансформаций, нашей звездочки, то она будет уменьшаться. У нас получится яичко, но здесь у каждого элемента орнамента будет уменьшаться толщина. И это уже неправильно. То есть нужно изменить те объекты, которые формируют сами звездочки. А это те точки, которые мы отсортировали по кривым. То есть вот они, вот эта вот нода. Отсюда нужно точки вытащить и подключить во вход геометрии для сжатия. И вернуть в ноду, которая притягивает эти точки на плоскость. Но у нас все равно получится ошибка, потому что плоскости, на которые притягиваются эти точки, находятся еще на сфере. И нам нужно получить новые плоскости, на которые мы будем притягивать эти точки. Поэтому я беру ноду, которая рисует окружность по точкам, подключаю те точки, которые у нас вышли после сжатия, к этой ноде, и из этой ноды беру окружность в качестве плоскости для притягивания точек. Тогда все будет правильно. Чтобы все это смотрелось более-менее рационально, я вот так вот эту группу перетащу наверх, и все эти объекты можно спрятать. Нажимаем Ctrl-Q, и на выходе у нас будут получаться уже вот такие вот объекты. То есть это уже нужное нам яичко, как мы и хотели. Но, тем не менее, нам нужно еще вырезать внутри объем и обрезать снаружи, чтобы получить ровную красивую форму. И для этого поступим следующим образом. Перейдем во вкладку Surfaces, поверхности. И здесь есть нода, которая рисует сферы по точкам. Вот она, Sphere Fit. С помощью нее мы сможем создать сферу внутри нашего многогранника и точно так же ее исказить, как мы сделали с орнаментом. Перетащим ее вот сюда. И для того, чтобы взять точки, у нас они уже есть. Это вот эти вот точки, которые получились на концах сегментов. Подключим их сюда. У нас получились вот такие вот сферы вокруг каждой грани. Чтобы получилась единая сфера вокруг нашего многогранника, нужно все точки схлопнуть в единый список. То есть правой клавишей мышки нажимаем на входе Points и делаем Flatten. У нас получилась единая сфера. Ну и точно так же эту сферу нужно исказить. Я беру вот эту ноду, которая у нас искажает наш орнамент, скопировать, вставить, и подключаем в геометрию выход sphere. То есть вот эта сфера, она идет сюда, и вот тут вот мы ее должны увидеть, если включим эту ноду. То есть мы нажимаем Ctrl-Q,
она становится активна, и выключаем ноду, которая создает сферу. Ctrl-Q, вот она спрятана. Теперь у нас есть сфера, которая описана вокруг этого яичка. Сделаем небольшой отступ вовнутрь. Для этого в утилитах выберем ноду, которая делает отступ, Offset Surface. Подключим сюда геометрию после искажения и зададим расстояние отступа примерно 0,8 мм. Два раза кликаем, делаем 0,8 и сюда подключаем Distance. Поскольку отступ у нас не в ту сторону, в которую нужно, правой клавишей мышки нажимаем на Distance, Expression и пишем минус X. Теперь отступ у нас идет вовнутрь. Также зададим чуть больше толщину всем нашим звездочкам. Это вот тут вот выдавливание, не 0,6, а побольше. Вот так вот, чтобы они были с запасом и выходили за пределы поверхностей яичка. Итак, у нас получились все объекты, которые теперь нужно просто пересечь друг с другом с помощью булевых операций, и у нас получится готовый результат. И эту операцию, как я уже сказал, лучше сделать инструментами RhinoCeras. Так это будет быстрее. Поэтому мы запекаем все объекты по отдельности. Это наши звездочки. На выход геометрии нажимаем, жмем Bake, говорим сгруппировать, Yes, и запекаем на какой-нибудь слой, например, четвертый. Окей. Теперь геометрия внутренней поверхности, правой клавиши мышки, также Bake, запекаем. И геометрия внешней поверхности, также запекаем, Bake. Окей. Теперь, чтобы спрятать всю геометрию Grasshopper'а, нажимаем на кнопочку, которая показывает только выделенные ноды, и снимаем выделение со всех остальных нод. Теперь у нас геометрия Grasshopper'а не видна. И можем сделать булевые операции уже в RhinoCeras. Возьмем все звездочки, нажимаем Boolean Union, они объединятся. Готово. Теперь пересечем эти звездочки с внешней поверхностью яйца. Для этого используем Boolean Intersection. Возьмем Boolean Intersection, звездочки, Enter, яичко, Enter. Ну и теперь вырежем внутреннюю часть. Заходим в Boolean Difference и отсюда вырезаем вот это. Вот так у нас получится нужный нам орнамент, и мы можем уже этот алгоритм применить на какие-то другие многогранники. А теперь давайте подключим плагин Polyhedra для того, чтобы иметь возможность быстро изменять форму многогранников и размещать на гранях нужный нам орнамент. Я удалю то, что у нас получилось. Включу отображение объектов в Grasshopper'е, и вот сюда вот на вход нужно будет подключить многогранники. Если вы установили последнюю версию плагина Polyhedra, то во вкладке Mesh у вас появится еще целый набор инструментов, с помощью которых вы сможете вставлять сюда вот эти вот многогранники. Нам нужен будет многогранник вот этот, Polyhedron. Для того, чтобы он появился, нужно будет подать на вход имя, также плоскость, но плоскость здесь по умолчанию уже задана, и масштаб. Масштаб у нас будет примерно 10 мм, а вот имя этого многогранника нужно еще откуда-то взять. Для этого здесь есть библиотека, вот она. Вставляем сюда, это категории и сами типы многогранников, вот они. Это список, из которого нужно выбрать нужное нам значение. Чтобы понять, что в этом списке находится, перейдем во вкладку параметров и выберем вот эту вот панельку. Подключим сюда панель и увидим, что здесь на самом деле есть. Здесь видно, что нужный нам Dual Geodesic Icosahedra — это 9-й пункт. Поэтому мы идем в Sets, берем вот эту первую ноду, List Item, и подключаем сюда в Index значение 9. Для этого два раза кликаем на экране, ставим два слэша и пишем 9. Подключаем сюда вот Index, и этот список идет сюда. На выходе у нас получится как раз та библиотека, которая нам нужна. Подключаем ее сюда, в категории. И здесь у нас будут имена. Какие здесь будут имена? Также подключаем панельку. И для того, чтобы включить какой-то из нужных нам многогранников, нужно также выбрать нужный пункт. Берем ту же самую ноду List Item. Можно ее взять отсюда или скопировать. И подключим индекс нужного нам многогранника. Если это второй, то я пишу 11. Два слэша, 11, и подключаем сюда индекс. Я не ставлю сюда слайдер, потому что если вы будете менять слайдером все эти значения, у вас просто Grasshopper зависнет. Поэтому рациональней все-таки использовать панельку и писать сюда то значение, которое вам действительно нужно в данный момент. Имена подключаем в список, и на выходе у нас будет нужный нам
многогранник. Подключаем его сюда в name, и вот он теперь появился. Если нам нужен более плотный многогранник, например, третий или четвертый, я пишу сюда не 11, а 22. Окей. У нас теперь есть более плотный многогранник. Чтобы его лучше увидеть, я включу отображение только выделенных нод. Вот он. И даже еще более плотный. Если это четвертый, я пишу 24. Окей. И вот этот многогранник здесь есть. Теперь останется подключить нужную форму этого многогранника на вход вот сюда. И поскольку здесь на выходе получаются полилинии, такие же, как мы использовали в самом начале, то вот эти все значения нужно подключить вот сюда, вот в кривые. Здесь они будут разбиваться на сегменты. И мы теперь с помощью Ctrl-Shift перетаскиваем обратно все вот эти вот входы в сегменты. Как видите, у нас получился новый орнамент на новом многограннике, уже более сложный, и мы можем его точно так же запечь и с помощью булевых операций в Rhinoceros получить нужный нам результат. Вот такие интересные орнаменты вы можете делать с помощью многогранников. Попробуйте какие-то другие свои варианты. Этот алгоритм вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Если будет что-то непонятно, какие-то предложения, что-то интересненькое, обязательно пишите в комментариях. Также заходите в наш телеграм-канал, там будет обсуждение и вообще весело. Ну и поставьте лайк, что вам жалко, что ли? Всем удачного моделирования, чтобы у вас все получалось, и до новых встреч, всем пока!